Приветствую всех, друзья. Сегодня у меня Xperia Z1. И буду менять гнездо зарядки. Смартфон не заряжается. Если присмотреться, можно увидеть, он свернут внутри. Замена у нас стоит 15 евро. Забираем телефон, снимаем заднюю крышку. Пластиковая крышка, сильно не нагревайте, дабы избежать повреждений, деформации. При большой температуре, при сильном нагреве она может деформироваться. Таким образом снимаем крышку. Герметичный скотч, соответственно, поврежден, герметика нарушена, герметичность точнее. Вот. Чтобы восстановить герметичность, нужно заказать такой же скотч двусторонний, проклеить заново все места, крышку, вот эту вот рамку, которую мы сейчас разбираем, она тоже сидит на герметичном скотче. Мы этого делать не будем. Клиент в курсе. Наша задача установить гнездо зарядки. Поэтому вообще все телефоны, которые поступают на ремонт, вот, я имею в виду телефоны с герметичностью от воды, с защитой от воды, все телефоны, ремонт всех телефонов оговаривается с клиентами, вот, за герметичность, потому что бывает такое, что после ремонта телефон снова опускает воду, естественно, он протекает, все это приносит обратно, поэтому условия ремонта нужно оговаривать заранее. Аккуратно снимайте заднюю рамку, она очень хрупкая, тонкая, сильно не сгинайте ее, она будет треснуть, ничего страшного не произойдет, она закроется, конечно, но тем не менее, не будем ее повреждать. Вот, пожалуйста, еще один герметик. Видите, да? Еще тоньше, чем на крышке. Снять его, снять заднюю крышку или заднюю рамку вот эту вот без повреждения герметика практически невозможно. Итак, снимаем батарею, отстегиваем точнее, снимаем ее, шлейф, коаксиальный кабель один, с двух сторон, один, второй, боковой шлейф, отстегиваем камеру основную.
Виброзвонок можно отстегнуть. Верхний модуль. Гнезда наушников. Это рамка такая вот металлическая, видите. Тоже ее убираем. Давайте посмотрим, нет ли сим-карты или слота сим-карты. Вытаскиваем, потому что он помешает извлечению материнской платы из рамки. Вроде все отстегнули. Достаем материнку. Смотрим. Смотрим. Вот такой чехольчик пластиковый на гнезде зарядки. Так, друзья, одну секунду я ставлю на паузу. Сейчас я поищу такое гнездо. Итак, друзья, возвращаемся к видео. Не нашел гнездо зарядки, заказал. Сейчас мне его пришлют. Пока давайте снимем вот это вот гнездо. Покажу поближе. Вот. Снимать можно по-разному. Кому как удобнее. Можно вот на таком держаке, я думаю, у каждого он есть. Вот. Можно снять вот на таком держаке, я думаю, будет удобнее. Давайте зажмем. Дабы ничего не повредить. Вот образом. Итак, снимаем. Я ставлю температуру 400 градусов. Снимать можно снизу, можно сверху. Я предпочитаю данную модель, я считаю, удобнее будет снять сверху. Покажу поближе. Добавим флюс, чтобы проще было снимать. Сняли гнездо. Так вот он выглядит. Итак, я снова ставлю на паузу, жду гнездо, и дальше мы с вами продолжим. Итак, продолжаем снимать. Понесли мне только что гнезда зарядки на данную модель. Так вот они выглядят.
ни одна из старых Xperia не имеет такие гнезда. Вот. Судя по всему, новые. Давайте поменяем жало. Советую всем использовать толстые жало для посадки самого гнезда. Ну и тонкое обычно используется для припайки самих ножек в те места, куда невозможно подлезть толстым таким вот. Так, ставим гнездо 2-4. Стоит оно у нас на 6 ножках. Ставить тоже можно, кому как удобней. Я предпочитаю делать это вот так. Я покажу поближе. Таким вот образом. Ставим на край. Чуть придавливаем. С другой стороны. Видите, да, ничего сложного. Переворачиваем, смотрим. Если пайка идет сложновато, добавляйте флюс. Температура пайки я ставлю не выше 300 градусов, порядка 250-280 градусов. Также температура пайки зависит и от жала. Чем толще жало, тем меньше ставим температуру, и наоборот, чем тоньше жало, тем больше ставим температуру. Температура пайки, допустим, тонким жалом. Сейчас я покажу. Вот таким вот, к примеру, да? Таким жалом где-то я ставлю порядка 300 градусов. Да, возможности камеры ограничены, конечно. Всегда добавляйте флюс, особенно на ножки, потому что они пропаиваются тяжелее всего. Ну вот как-то так. Все это дело нужно проверить. Если у вас есть микроскоп, то прекрасно все это видно под микроскопом. Просто возьмите вот такую иголку и проверьте каждую ножку. Лучше под микроскопом. Что я сейчас и сделаю. Все припаялось.
Итак, все проверили под микроскопом. Очищаем техническим спиртом, изопропиленовым, остатки флюса. С другой стороны. Старайтесь не оставлять флюс и постоянно удалять его после пайки, потому что со временем на него собирается пыль. Что у нас получилось? А пыль, как мы знаем, проводит электричество. Старайтесь все удалять. Продуваем. И собираем. Ставим обратно пластик, который у нас стоял. Он у нас отломался. Не будем заморачиваться, снимем его. Итак, вставляем материнку. Разъем виброзвонка. Ничего не забыли. Основной шлейф, боковой. Соединяем коаксиальный кабель. Вот второй, который у нас остался под материнкой. Давайте достанем его. Верхний модуль, виброзвонок, застегнули металлическую рамку, камера не забудьте. Часто я разбираю данные телефоны, с какой-либо проблемой именно вот этой рамки почему-то нету. Не знаю, почему многие ее не ставят после разборки. Может, просто забывают, может, ставить не могут. Итак, вставляем заднюю рамку. Проверьте, чтобы ничего не забыли. Все подключения, все разъемы. Ставим батарею. Подключаем верхнюю рамку. Еще раз повторюсь, она у нас не проклеена. В вашем случае все зависит от клиента. Если он хочет сохранить герметичность, то нужно заказывать отдельный скотч, который проклеивается на рамку, проклеивается на заднюю крышку вот эту. Соответственно, стоит это все будет немного дороже, евро на 10, у нас 10-15 евро сверху. Просто многие не требуют этого, поэтому мы ставим все на обычный скотч, либо на свой скотч, вот как у нас сейчас получится с крышкой, которую мы сняли довольно нормально. Скотч не повредили практически, то есть поставить можно будет на родной скотч, предварительно нагрев его феном. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Соединяем зарядку.
Где у нас гнездо? Здесь у нас гнездо. Сложим карты. Загорелся логотип, зарядка. Это означает, что зарядка пошла. Все мы сделали с вами правильно, видите, да? Отключаем. Ставим заглушки. Прогреем немного заднюю крышку, чтобы она села на свои места. Потому что клейкие свойства скотча немного потерялись. Я уж не говорю о герметичности, которая совсем потерялась на этой крышке. Немного прогрели, она потеряла, поменяла цвет. Садим, прижимаем. Все, телефон готов, можно заряжать. Всем, друзья, спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем подписчикам, которых уже достаточно много у нас. Смотрите нас, задавайте вопросы по мере поступления, по мере возможности будем отвечать. Всем удачного дня, до свидания.